Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Рак. Касала. Ловля раков. Касалататоу. Ловля раков. Касалататоу. В Башкирии прошел фестиваль ловли раков. Башкортостанда касалататоу фестивале утте. В Башкирии прошел фестиваль ловли раков. Башкортостанда касалататоу фестивале утте. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».